Мы попали первый раз сюда просто как туристы, то есть с рюкзачками маленькими мы путешествовали здесь по горам, по, скажем так, достопримечательностям. И тогда еще возникла идея здесь проехаться на велосипедах. Вот. А в этом году уже мы разработали маршрут из Бакуряни в Батуми, длиной 450 километров, и совершили его, мы проехали. Здесь очень благоприятные, скажем так, условия для создания велотуризма. Вот, велотуризма, велодорожек, велоэкскурсий в целом. Людей в первую очередь привлекает многоплановый отдых. Здесь можно одновременно и съездить в горы, допустим, с утра, а вечером покупаться в море. В Свинетте только горы. В Тбилиси это большой город, да, такой, скажем так, мегаполис. Потому мы и выбрали, скажем так, Аджарию.